Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Хавал H6. Автомобиль приехал на обработку арок, то есть так называемые жидкие подкрылки. Задняя правая арка у нас готова. Такой у нас ковер нанесен. Наносим мы его с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Сейчас ждем немного, пока это все подсохнет, чтобы собрать. Но пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки. Таким вот шумопоглотителем. Он двухкомпонентный, как и вибро, так и шума. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, с правой стороны голый, слева обработан. Сами можете услышать, какая разница. В принципе, так работает данный полимер на арках автомобиля. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!